Так, что там? Императрица. Оп, оп. Встреча, да. Изменить встречу. Дар, я не надо. Кулебяки, надо грош тратить. Летчики пойдут, у меня не вопрос давления. Дуэль пойдет, подземелье мы не манчуем. Такое взять, я даже не знаю. Нехай святилище, нехай бедняцкая болезнь, нехай борьба на руках, и нехай это дичь. Продолжить. Снаряжение. Успех обжорства. Начать. Картонки. Мужу даже надоело говорить, как и в прошлые разы, когда я много раз проходил. Да-да-да. Поэтому придется гнить меня, хотя это не очень радостно, как и для тебе, так и для меня. Надеюсь, мне повезет только одной коварной частью. О! Потумная карга. 14, ну шо, оп! Е, победа моя! Клёво. Как понять? Опа! Опа! You can always try again, if you survive, of course. Новое соревнование. Это в смысле каком? В смысле таком, что я как бы заново все начну? Или с этого момента? То что там-то я, ты помнишь, два раза победил, а это третий был раз. Если придется снова два раза играть, то это довольно неприятно. Ну что, как капитан? Капитан Бой? Boy, what you asking for? Oh, boy. Смотри, I'm Geralt is ready. Oh, boy. Not look at me. Look at yourself. Это враг отражений. Оп, я ведьмак. Ой, блядь. Ой, ведьмак. У меня есть два клинка. Один ношу в задницу свою, вторую тебе под печень. Оп. Чё ты, мудак? Я думаю, это будет просто. Это и есть просто, но... Ты погоди. Что за мудак? Чё он уворачивается, во-первых, под кинжалом? Хотя я сам неправильно уворачиваюсь. А во-вторых, я не люблю это быстро. Слишком быстро. Они слишком быстро для меня. Блядь, не успеваю сориентироваться правильно. Пока что сюда идти довольно-таки даже неплохо. Но пока тут хорошо, в дальнейшем будет охуево. In case you're wondering whether I take it personally, these purges of the corrupt, indeed I do. How could I not? Меня прикалывает картинка там, где ты хлопец ходит на свой нож, такой типа, ммм, нож, ммм, острый, стальной и прочный. Ммм, так железо.
Не, у меня точно не были белые волосы. Мне на электрический? Чего? А, наверное, из-за этого. Это кинжалы не ржавые. Походу, да. Оп. Ну, сейчас-то было просто. Люблю смотреть, пацаны, биться, они вообще самые сложные из противников, которых я когда-либо встречал в игре. Кроме, конечно же, картишек. Удача, оп, удача. Могу купить себе еды. Торговать. Купить еды. Купить. Это оставим. Изменить облик. Надо поставить себе обратно волосы. А то белое слишком. Слишком белое. Что седые, а я даже не седые. Вот, вот такие пойдет. Он наоборот, как это вот мне волос. Раз, два, три, четыре. Оп, все, белок закончился, чик снят с белка. Идем наверх. Помогаем женщине. Оп. 13. Любое число больше единички, давай. Легко. Пять еды. Пять еды. Два славы. Пять еды. Минус еда. Норм. Все, ну я какой-то еды не получал. А, ну Кобьерн, давай. Бля. Бля, дома не получается мне спасать. Oh dear, move faster next time. Так, на душе скребут кошки, я никого не спас. Жизнь не удалась. Давай все лучше с ней торговаться. Кидай кости, парень. Левин костей. 29. Да, пойдем. Какая хоть проклятие. Получается жизнь. Бивак. Купить еды быстрее. А, может тут стреляга, конечно. Замедленное лечение. Ой. Куда? Идем наверх. Да, я неплохо так выбрал, что пошел наверх. Минус хп. Так, если
как можно аккуратнее. А если тут сейчас проебаться. У нас один мужик, отлично. Блин, минус 10. Как пойти? Вообще минус 10. Это так раз только или сильно? Это не так кажется. Ну кидай. Нравится то, что когда... Мне нравится, что только начинаешь бить, я бью не по одному удару, а серию нельзя остановить. Даже заменить направление удара. Это очень неприятно. Хочу понять, что это. Скотч исцелить врагов. Исцелить врагов. Или клинок. Пока нет. Жизнь и здоровье. Минус еда. Минус 13, какой минус. Просто еда. Я вам хотел сказать. Припасы. Засада на ленчиков. Сейчас пацанов. Нормально. Надо сейчас не приебаться. Так, потом считаем. Оп. Опа. Пасаны, здорово. Ого, наконец-то мне деда ты ударил. Дед. Не люблю, когда ты бьешь меня. Но это деды самые сложные противники из всех северян по мне. То, что ты их бьешь, 2-3 раза ударил, они тебя бьют. Немножко неприятно. Ищем добычу. Еда, оп, 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 вот еда. Ебуя. Просто отлично. Надеюсь, в этот раз не повезет. Сейчас лучше, чем в прошлый раз, когда от этого мужика я сдох. Неприятно было, честно признаться. Что, доспех уже судить? Так, защита.
пища плюс 20 нету. Да, это последняя пища, это кажется, что я не люблю пищу, я не люблю золото. Да, доспех, давай. Ancient smiths have considered the same issues we do. How to handle hunger and resources during battle. Так, угу. Все понятно, спасибо большое. How to beat the hunger and resources during battle. During battle. Yeah, right. During battle. Battle. Е на шифочке. Деды. Надо меня не прибить. Так что все нормально. Вот руку загнуло, так даже я не умею руку загинать. Кисть. Прощаюсь за коля закусывающий. Еще завел предплечье за голову. Угу. Вижу. Е-бое. Ну шо? Пацан, сейчас или никогда? Хотя сейчас или потом через две хороших чаще. О, так смотри, я на маленькое пространство. Давай по-быстрому. Налетай, летай, парень. Красиво. Секунд. Бля, молодой. Стильно. Это было неплохо. Продолжить. Нормально. Максимальная жизнь плюс 10. Kneel if it pleases you. No one will listen. No one will listen. Listening carefully. You are the one who will. Отмена, Кобьорн. Накрапывать дождь. Что это? А, презентация. Я герой. I am the heel. 28. Кольцо драка.
Ой. Я на предбашне поесть. Вот что я думаю. Друга сейчас что? Еще поедим. Это сбивака. And now you must begin to ask yourself how these threads connect. Were you simply a patsy for the Empire? Or did you hope to be something greater? Here we see yet another wheel, each different, yet each bearing their own similarities. Слава Богу, что поел. Один тайн, кто ты? А же шлемах. Что это? Проклятый клинок кого-то там. Захочу получить токен, молодая леди. Или уже не молодая леди. Так что с вас артефакт. Ты точно ешься. О, маска. Магал, я узнаю. Ага. Ловушка. Угу. Получил поёбочку. Ой, мужик застрял. Ой, нет. Ой, я могу умереть. Сбрось, сбрось уступа. Почему же нет? Почему? Every part of this tale is a part of your history.
a part of the reasons that bring you here. Oi. Легкие дубинки. А, я понял. Какие разбойника. Человек мира. Что-нибудь еще открыться? Нет? Ну ладно. Это было неплохо.